Про немножко волнительное. Дорисовываю крайний домик. Это Кампо Санта Мария Формоза. Это Киеза Санта Мария Формоза. Вот она на местности в Венеции. Вот она Самарас прекрасная. А вот тут закончил на рисунке и форме корректировать. Изначальная разметка лами. А сейчас возьму перо. Вот тут у меня вода. И буду приводить в общий стиль. Волнительно и немножко стрёмно. Самый главный ответственный момент при работе над рисунком. Все время оставляю самое главное на потом. Сначала рисую неважное, а важное в финале. Чтоб на неважных штуках тренироваться и не облажаться с самым главным. К действию все готово. Ух, волнительно. Уроки по такой графике на Бусти, общение в телеге. Лайк, подписка. Меня зовут Эдуард Кичигин.